Отец велел спросить, что делать. Ему нужно быть в колхозе. Да кто же его туда примет? Должен добиться. Хорошо. Он велел узнать, что с плотиной. Скоро ли думаете взрывать? Скоро. Не задержим. Увидят с тобой. Убьют. Да. Кулаки сейчас на все способны. Ну, а ты не бойся. Ну, читай скорее. Неужели я научусь? Научишься обязательно. Не беспокойся. Пойдешь в город. На рабфак. Вот видишь. Ну, читай скорее. Вот. Папа. Папа, молодец, молодец, Анна. Папа, я немножко помню. Ну вот так и продолжай, а я побегу в школу, хорошо? Играй, Меликчан. Стой! Стой, тебе говорят! Стой! Я же свой. Что же вы меня не пускаете? Свой нашелся, ну поворачивай! Иди! Ну! Thank you.
Пошли. Хлопок так хлопок, какая разница? Конечно. Разве я против? Идем. Не будем от людей отставать. Куда лезете, что, оборванцы? Отстань. Не слушай никого, Ара. А разве я слушаю? Я знаю, что надо делать. Да, а кулаки как хотят. Решили? Записывай. Записывай. Ну вот, молодцы, так и надо. А ты, Ханага, что собираешься делать? Ну? А мне раньше подумать надо, я попусту говорить не люблю. Правильно, Ханага. Тихо! А что тут думать? Думать нечего. Ходжом, я буду сейчас говорить, ладно? Говори, Берды. Скажи, пожалуйста, если я буду сеять хлопок, а где мне тогда брать муку? У государства? Ну вот. Я человек свободный, хочу хлопок сею, хочу пшеницу. Что ты от нас хочешь? Для ула хлопок гибель. Жили хорошо и без хлопка. А теперь что? Все хозяйство перевернуть. Давай! Аджон, командовать мы тебе не дадим. Давай его! Замолчи! Нет, кулаков не будем слушать. Надо решать все нам самим. А что решать? Ты за хлопком ходить умеешь? Ходжом говорит, помощь окажут. И если все запишутся, я тоже отставать не согласен. Я хочу спросить. Ходжом, мне надо. Все будут. Конечно, все. Я хлопок у Алайярхана разводил. У него арыков было много, а нам воды взять негде, и семян тоже нет. Семена дадут, арыков мы нароем. Все согласны, один ты против. Нехорошо, Ханага, ты кулакам подпеваешь. Ходжом, зря ты. Я знаю, как мне с ним говорить. А ты меня удивил, Ханага, что боишься, друг? Людей много, я думаю, что как-нибудь все вместе справимся. Пойдем, если будет трудно. Ты к нам приходи, а? Правильно сказала, Сонбай. Значит так, идет против хлопка один Ханага. Однако ты запиши его. Он же против. Ничего, ничего. Пусть подчиняется большинству. Вот, Ханага, ты записан, разговор кончен. Нет, председатель, почему ты меня не волишь? Я тебе ответа не давал. Послушай, Ханага, наши дыхкани тебя уважают. Чего же ты сердишься? Аул будет сеять хлопок, а тебе... Нужно сейчас будет научить нас. Один только ты хорошо дело знаешь. Ну, Ханага хлопковод знаменитый. Он научит. Что ж, Ханага, будешь спорить? Соглашайся. Нет, я не могу.
пропаду без пшеницы, у меня семья большая. А силой будешь меня заставлять, уйду отсюда. Меня не удержишь. Уйду в другой аул. Я тебя не отпущу, Ханага, никуда не уйдешь. И хлопок сеять будешь. Составлю. А он уйдет. Уж его-то я знаю. Закон дуракам не писан. Много ты понимаешь в этом деле, умник. Айда! Где ты, дрянь эдакой? Хоу! 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 Айда! Вот дрянь, девчонка! Хоу! 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 Садаф! Эй, Садаф! Что тебе? Ты Айну не видела? Айна где-то около мужчин. Такая уж она уродилась. О, Господи! А что ты этим хочешь сказать? Я хочу сказать, что никто твою приемную дочь замуж не возьмет. Срам какой! Где это видано, чтоб девушка смела сидеть около мужчин? Послушай, зачем я тебе понадобился? Хотел побеседовать с тобой, дорогой друг. Дружба такого, как ты, честь для мужчины, а любовь такого, как ты, награда для женщины. Ты большой человек, Хаджон. Ты говоришь чистую правду. Я и колхоз организовал. Ведь так? Так, так, ты хозяин в колхозе. Я добрый хозяин, цени это. В других аулах баев давно ликвидировали. Мне стоит одно слово сказать, и ты тоже, полетишь вслед за ними, а может... Какой я бай, Хаджонджа? Мне уже пора в колхоз вступать. Бери и меня, и моих верблюдов. Не меня проси, а народ, может, и примут. Разве не ты главный? Буду в колхозе, айна твоя. Ой. Клянешься? Клянусь, сын мой. Хорошо. А колым я тебе заплачу, не бойся. Хаджон, не говори так. Я не возьму колым. Достаточно с меня твоего уважения. Сделай, что хочу, и поладим. Ах, да. Ну да. Айну получишь, как только запишешь меня. Чего захотел? В колхозе я буду твоей правой рукой. Посмотрим. Халат, наверное, обычай знаешь. Уходи. Теперь ты моя невеста. Как ты смеешь? Орел поймал куропатку. Не смей! От храброго джигита девушка не уйдет. Жди!
Люди такие, как мы, давно за границей. Мне кажется, нам тоже пора. Я давно говорил. Война не выходит из дома этой русской. Книжки читает, грамоте учится. А теперь эту нечисть стала к нам в дом приносить. Ты змею пригрел, отец. Жена, а ну позови. Не нужно, Стэн. Ее бить нельзя. А я и не стану бить ее. А? Иди, отец зовет. А, Айна, подойди поближе, дочка. Подойди ближе. Ты что, оглохла? Это твоя книжка? Да. Читай. Читай! Букварь. Для батраков. Кто тебя учит грамоте? Русская, может быть? Да. Вот как? Но ты же дочь Смбая, не так ли? Странно, что с тобой дружит русская. Она мне верит. А ты к Хане? Кланяйся отцу в ноги, кланяйся в ноги, глупая! Ты, может, уже и в комсомол вступила? Нет, это... Вступай. Вступай в комсомол. Я тебе разрешаю. На, бери книжки. Книжки тоже можешь читать. И вот что я еще скажу, дочка. Если тебе хочется, иди в колхоз. Я тебе даже дам верблюда. Мало одного, двух дам. Подарок от отца. Отца. Валя говорит... что меня могут послать учиться в Ашхабад. В Ашхабад? Это очень мудро. Я смогу стать кем захочу. Учительницей или врачом. Тогда старика отца не забудь, дочь. Это раньше, когда правил царь, с бедняками делали, что хотели. А теперь при народной власти я сам делаю, что хочу. Можете сеять хлопок, все равно он не растет без воды. Уезжает и бог с ним. Слушать он никого не хочет, тебя не признает. Ты возьми меня. Мы же друзья, я тебя во всем буду поддерживать. А не врешь? Клянусь Аллахом. Вместе мы сила, мой ум и твое мужество. Посмотрим. Буду ждать. Еду, до свидания. Прощай. Когда расстаются с другом, 6 лет плачут. А когда с народом, всю жизнь. Прощай. Карлы. Не произноси мое имя. Иди, не друг ты мне больше. Не друг. Уезжай. Нога уедет, а за ним и другие. Надо во что бы то ни стало остановить его. Ладно. Давай быстрее. Стой! Я из колхоза не выпущу. Ой!
Хочешь запугать? Все равно уеду. Стреляй! Нашу семью позорит. Ата, дорогой Ата, там на холме могила моего отца. Разве не ты хоронил его? Он погиб за новую жизнь. Ты был его лучшим другом. А теперь ты покидаешь и его, и меня. Не уезжай, останься, Ата. Недостойно мужчины менять свои решения. Не к лицу мужу подчиняться слезам женщины. Будь тверд характером, да поможет тебе Аллах. Счастливого пути, Ханага. Слушайте мои слова. Будьте благословенны и крепки. Деду. Не уезжайте, Ата! Не уезжайте! Ата! Не слушайте его! Останьтесь, Ата! Ханага, пей чай. А, Сапаров, здравствуй. Ну, принимай дела. Гляди. Стол, стул, шкаф. Я сейчас еду. Что у них там такое? Наверное, перегибы? Да. Председатель взорвался. У него такое правило. Приказываю я, подчиняются все. Вот именно. А он не хочет. Ну, я Хаджама знаю. Он парень горячий. Горячий? Остудить надо. Убегут от него люди. Ладно, Ханага, остудим. На. Это что такое? Тут протоколы, тут сводки. У меня дела в порядке, смотри, не запускай. Все будет в порядке, ну будь здоров. Желаю удачи. Я тебе тоже. А ты, брат, смотри, не забюрократься. Постараюсь. Ханага, много колхозов объездил? Да, всюду был. Хлопок сеют, а? Сеют. А ты против хлопка? Воды у нас нет. А все-таки сеют? Толку мало. Хочешь по-старому жить? Идешь против всех. Наш район переходит на хлопок. Идем-ка. Взгляни. Ты вот это видел когда-нибудь? А что тут нарисовано? Весь Советский Союз. Вот он перед тобой. А здесь Туркмения. Вот ее границы. Советский Союз состоит из таких же республик. Республики эти – наша семья. И этой большой семье нужны платья, халаты. У нас много солнца, мы должны сеять хлопок. Может и верно. А все-таки без пшеницы не проживешь. Семью надо кормить, понимаешь? А-а-а. Без хлеба не будешь, чудак-человек. Государство тебя накормит, если ты будешь выращивать для него хлопок. Советская власть хочет всех одеть и накормить. Так что ты думай, Ханага. Накормить, одеть, не поверю. А как хорошо другом быть в пути, если нет тебе даже 20. Пред тобой открыт ясный небосвод, а душа твоя, как будто поет. Узнаю вершины гор, пока правду, по полету узнает молодый горбок. Узнаю приход весны по степным друзьям, комсомольцев узнаю по большим делам. Мы родимый край, напоим водой, чтоб земля, как мы, стала молодой. Мы зажжем во тьме окна новых школ,
мне напрасно вам имя комсомол. Узнает вершинный гор по храмам снегов, по полету узнает молодой Харлов. Узнают кривописны по степным ручьям, комсомольцев узнают по большим делам. Алый Архан плотину комсомольцев охраняет. Нужно перестрелять их всех. Никакой стрельбы, понял? Убивать надо тихо, без шума. Арба на дороге. Там учительница комсомольский секретарь. Вот что, Валий Мелик. Комсомольцы, говорит? Да, поймать живьем. Карабин, по коням! Поедем через камыши напрямик. Отчего же нет? Трогай. Вы испугались? Нет, ничего. Куда едете? В райком комсомола. А, ну я провожу вас. Абасага, едем? А вы, говорят, в переделку попали. Что, здорово перепугались, а? Ну да, перепугались. Мы смелые. Ну-ну-ну. А вы собрание проводите? Я. Вот только коня поставлю и вернусь. А когда собрание? Сейчас и начнем! Вы слышали? А ну идем скорее. Тише, тише, товарищи! Успокойтесь! Тише, ребята! Скажи, Карл Маркс, кто был? Не можешь ответить на вопрос. Конечно, не можешь. Товарищи, она знает. Ну, просто она очень стеснительная. Но и надо. Ну что, ну смелее, слышишь? Ну говори, ну что ты совсем стеснительная? Ну что ж, товарищи, положение трудное. Разговаривать с нами ты не хочешь? В общем, все ясно. С рекомендацией поторопились. Тише, товарищи! Разрешите мне! Пожалуйста. Решили не принимать, значит. Не знать, кто такой Карл Маркс? Да, не знаю. Товарищи, сейчас на ваших глазах девушка совершает подвиг. Простая туркменская девушка, впервые, быть может, за тысячу лет, решила переступить законы шариата. По дороге сюда в нее стреляли, чуть не убили. А она все же стоит здесь, перед нами. То, что молчит, ничего. Подождите, еще как заговорит. Тебя как звать? Айна. Айна. Скажи, пожалуйста, кто такой Ленин? Ленин? Вождь Октябрьской революции.
Ты видела, конечно, Айна, комсомольский билет? Вот там на обложке написано. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Верно. А кто это сказал? Карл Маркс. И Энгельс. А что, по-твоему, значит пролетарии всех стран, соединяйтесь? Кто такие пролетарии? И зачем они должны соединяться? Ну? Это мы, Дейкхани. Так. Нам нужно соединиться в колхоз. О, пролетарии в колхоз. А что? Если мы не соединимся, нас баи задушат поодиночке. Правильно. Но нужно ехать. Айна устала. Спасибо вам, товарищ, за помощь. Да не за что. Я еду с вами вместе. Хорошо. Отец Айны был батраком, боролся за советскую власть. Ну, а потом напали басмачи, юрту сожгли, а отца убили. А она славная, правда? А вы что делаете? А я учительствую. Айна ваша подруга? Да, мы с ней как сестры. Вы живете вместе? Нет, я живу в школе, а Айна в доме у Исенбая. Задавали трудные вопросы? Наберу райком. Я на все ответила. А сперва не знала, как начать. Доехали. Вот наш аул. Хажом, знакомься. Уполномоченный райкома товарищ Тахыров. Я очень рад, что попал в ваш аул. Здравствуй, Тахыров. Ну вот, видишь, Ханага, так и лежит на старом месте твой туйнук. Вот он. Я ж тебе говорил, что человек не проживет. Верно. Я тебе даже руки не подал, потому что знал, ты все равно вернешься домой. Значит, это комсомольский билет? Да. А вот он, кто такой? Ленин. Ленин. Ленин? Знаете, девушки, я теперь комсомолка, и вы себе не представляете, какое это счастье. Давай. Я умоляю вас, не трогайте ребенка. Лили! Ну, молчать! На! Убей! Убей его! Убей своего сына! Лучше убить своими руками, чем голодом морить! Уйдите, оставьте ее одну! Отступница, ты нашу веру порочишь! Аллах из-за таких, как ты, гневается на народ! Таких убивают! Корлега, Бог в помощь. Спасибо. Разбогател. Вышел на работу? Нет, на работу не выходил ни разу. Работа не уйдет. Норму. Норму получил. Тот такой довольный. Подходящий? А, можешь помочь? Эй, старина. Куда это мешок тащишь, а? А тебе что за дело? Не твое ведь. Колхозное. А, если колхозное, значит, можно и домой тащить. Глядите на него, ловкой какой, а? Отдай еще, говорю. Хочу. Тахыров, видали? Успел уже. Жулик. Да вот тащит мешок семян к себе домой. Он думает, колхозный, значит, можно. Невозможно, начальник, так работать. Я хотел приготовить плов и пригласить тебя в гости. А я не ем ворованное. Ты приглашай в гости на свое. Ведь я колхозник, значит, все колхозное теперь мое. Да от колхоза ничего не останется, если все будут воровать. Даже мешка семян не дадут человеку. Кусок хлеба и тот учитывают. Мы собак кормим лучше. Из-за хлопка с голоду, значит, помирать будете. Мы дадим государству хлопок, а государство нам даст пшеницу. Откроем в ауле хлебный магазин. Что? Хлеб на вес хотите продавать? Ели без веса 2000 лет.
А сейчас все новости придумываешь. Хлеб только такие, как ты, ели без веса. А нам с Карлы одни крошки доставались, так что мы тоже ели без веса. Так оно и было. Ну что, дед, пришел на работу? Нет, товарищ Тахиров, присматриваюсь. Хочу еще подумать немного. А ты? Я буду работать. У меня для пахоты есть саха и два верблюда. Могу выходить хоть сейчас. Ну, а мои верблюды подойдут? У комсомолки-то сынок. Жалко, что мужа нет. Не успел в комсомол записаться, а уже обзавелась. Быстро иду у них. А малыш откуда у тебя? Мне его дали. Зачем? Дали. Ложь, ребенок этот ее. Мы знаем, какая она беспутная. И муж найдется какой-нибудь ваш комсомолец. Скажите, а это правда, что дети умрут от голода, если мы посеем хлопок вместо пшеницы? Вздор. Ничего подобного. Дети будут жить гораздо счастливее, чем мы. Слушайте меня! Все знают, кто такая Айна. Одинокую девушку оскорблять никто не позволит. Чей ребенок? Неужели у него нет отца? Неужели от него отреклись родители? Здесь его отец, но он молчит. Он наш враг, и он уже ранен. Колхоз его ранил, а хлопок его убьет. Наше богатство — хлопок. Мой ребенок. От своего ребенка отказываешься? Хочешь опорочить незамужнюю девушку, да? Дорогой Карлы, а что, если нам этого красавца перевернуть? Великая радость! Извините, почтенный! Приходится применять силу, иначе ничего не выходит, товарищ Тахиров. Ничего, выйдет. Ну что ж. Край ты наш туркменский, край сухий песков, ты требовал под солнцем тысячу веков, но твою пустыню злой не помнит боль. Мы тебе разбудим песни трудовой, станем тесно, прянем песню, но трудились мы в нужде, ради славы наших дней, ради счастья. Ну что, отцы, устали уже. Лёжа, наработались. А мы не колхозники, мы так отдыхаем. О, гора вершиной, тронет небо слон. Если каплю в камне, бережно сливать. Можно и в пустыне реки создавать. Станем тесно, прянем песню, кто-то увидит. Рано сеять решили, погибнет хлопок. Тахирова послушались. Тахиров человек городской. Самое время сеять. День потеряем, в год не наверстаем. Видал? Пойду послушаю. Пойди послушай, чего они говорят. Напрасно стараются люди. Ну, как работается? Хорошо. Незаметно что-то, чтобы вам помогало ваше милое государство. Берды, дорогой, а что, если мы перевернем красавца еще раз? О, что ж, с великой радостью. Ладно, ладно, отстаньте от меня, бездельники. Планирует поле, роет арыки. Ожидает горы хлопка, а? В их хлопок оденется вся Россия. Белый хлопок, поднимайся, расти! Thank you.
улеглись. Не хотите работать в колхозе, не торчите здесь. Не мешайте людям. Слышите, что говорит председатель? Слышим. Уходите отсюда, нечего мешать людям. Комсомольцы, как там дела? Все в порядке, хотим вас взять на буксир. Да. Детка, а если ты надорвешься, что мама скажет? Тахыров хороший парень, он мне очень нравится. Но почему-то таких умников земля терпит недолго. Хочешь сказать, чтобы он убирался, откуда пришел? Мне кажется, ты меня не так понял. Тогда объясни. Я объясню. Как-нибудь в другой раз. Не забывай меня, заходи ко мне в гости. Желаю большого урожая. Спасибо за доброе слово. Айна частенько с ним болтает. Кажется, Тахырову нравится Айна. Что это? Ой, ой, верблюды! Ой, ой, ой. Верблюды с ума сошли! Крестьянам Туркменистана. Спасибо. Большое спасибо. Ты теперь у нас дорогой гость. Да, да. Спасибо. А, Хаджом. Здравствуй. Чего стоишь? Садись, друг. Читаешь все. Угадал. Читаю и тебе советую. А я все книги прочел. Неужели? Зачем ты меня звал? А у меня к тебе дело. Ну что ж, слушаю. Решил я с тобой посоветоваться о делах колхоза. Ну? А колхозники очень обижаются на тебя. Не знаю. Не веришь? А ни с кем не посоветуешься. На народе не бываешь. Людей силком заставляешь работать. Страх нужен. Будут бояться, не будут уважать тебя. Ничего, заставлю. Да только так авторитет потерять можно. А ты этого ждешь? Ты думаешь, что говоришь? Давно думаю. С места меня спихнуть стараешься. Думаешь быть председателем? Какая ерунда, Хаджом. Мне не нужна твоя должность. Мой долг помочь тебе. Мы должны вместе разобраться. Колхоз-то у тебя плохо работает. Ты говоришь, много книг прочел. А ну-ка посмотри. Ленин. Книга нужная. Ты прочти. Он пишет все о наших с тобой делах. Ты с женщинами работы не ведешь. Никто из девушек на собрание не ходит. Никто не хочет вступать в колхоз.
Работает одна Валя. Помогает еще немного Айна. Тахиров! Ты вот что помни. Здесь тебе не город. А я знаю. А знаешь, так обходи наших девушек стороной. Может, ты назовешь, кого именно? Я тебя предупредил, Тахиров. Так вот, Ленин учит нас, что женщины-работницы должны добиться равноправия, полного равенства с мужчиной-работником. Это в книжках, а у нас в ауле не выйдет. Выйдет, и у нас в ауле. Только мешать этому делу никто не должен. А в колхозе женщин нет, да? Товарищи, мужья не хотят пускать своих жен в колхоз, а мы не имеем права вмешиваться в семейную жизнь. Выйдешь замуж, узнаешь. А за такого я вообще не пойду. Но об этом не тебя надо спрашивать, Хаджов. И не мужчин, а женщин. А ты молчи. Когда спрашивали у женщины совета? Муж глава. Хаджов, а женщина, по-твоему, не человек, да? Может быть, и человек, я не спорю. Но разве можно идти против обычаев? Обычаи ломать надо. Нужно привлекать женщин в колхоз. Ты дождешься, Тахиров, что мужья тебе переломают ноги. Ты все смеешься, Хаджом. А Мелимула себе новую жену купил. Когда? Жену купил? Да. А вы не работаете в колхозе? Нет. А, Гузель, давай, помогай. Давай, маму запиши. Дочка советует записать. Пока муж работает, и хватит. У меня свой колхоз, семья. Да, не сглазить бы, семья большая. Большая, 14 душ. Здесь только младшие. А старшие ушли на работу. Вступайте, в колхозе ваше место. Не знаю. Эх, ты боишься быть первой, да? Меня запиши. Значит, Гузель первая. Ну вот, девчонка нас осрамила. Она смелее нас. Здравствуй, Сада. Шайтанья дочь, ты принесла несчастье в наш аул, уходи отсюда. Не оскверняй моего порога, слышишь? О, Аллах, неужели ты не хочешь покарать эту русскую? Будь ты проклята! Ты, комсомолка, поди прочь с моего двора. Мы пришли поговорить с вашими женами. Моя единственная жена Садаб, с ней можешь говорить. С ней нам не о чем разговаривать, мы пришли к младшим женам. Комсомолка... Моя жена Сада, побольше жен у меня нет. А Сонная Гуль? Иди, иди, поговори. Входи в дом, пожалуйста, входи. Мир вам, женщины. Вы купили себе четвертую жену? Ха. Что ты говоришь? Какая жена? Это дочь моего брата. Она приехала погостить. Агуль, ты его родственница? Да, я его родственница. Сона, ты тоже? Да, родственница. А вы слышали о новой жизни женщин? Я была в городе, и мужчины разговаривали со мной как с равной. Они слушали меня с уважением. А скоро я поеду учиться. И сама стану учительницей.
И ты, девочка. Я не знаю твоего имени. Гульджамал. И ты, Гульджамал, поедешь учиться. Агуль, Сонар, пойдемте в наш колхоз. Ваша жизнь станет другой. Вы будете работать на себя. Вы никогда не будете нуждаться в милости Миле. Хватит! Садат! Идемте, идемте со мной. Убрать! Ах ты бесстыдная! Как ты смеешь безобразничать в моем доме? Сейчас же вон отсюда! Убирайся вон, гадина! Сестра! Вы что, уставились? Забери меня отсюда. Меня хотят выдать за этого старика. Я боюсь его. Миле, ты что стоишь? Гони ее отсюда. Вон негодяйка. Вон из моего дома. Миле, помоги мне. Помоги, задуши эту комсомолку. Миле. Отпусти. 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 Миле, отпускай собак. Отпускай собак, Миле. Иди скорее. Отпусти ее. Помогите! Эти разбойники уводят моих жен! Моих жен! Какие жены? Ведь это ж твои родственницы! Они народ грабят! Нужно их наказать! Аллах тебе... Не грози, старик! Не пугай нас! Ты под суд пойдешь за свои дела! Меня под суд? Тихо! Настали черные дни, младшие жены меня не слушают, горе мне. Эй, председатель, знаешь, что у тебя в колхозе? Бегаешь где-то со своим жиганом, ты что, ослеп? Не видишь, что творится? Ты бы лучше молчала, женщина. Молчу. Ладно, ладно, молчу. Хватит, на, иди. Возьми, на. Надо врача. Это из-за тебя они чуть не погибли. Это ты послала войну на смерть. Скажи, что тебе нужно от наших женщин? Оставь их в покое! Ничего ты не понимаешь, Хаджом. Миля отнял жену, а завтра и у остальных? Ну какие они ему жены? Они у него жили как рабыни, а у нас не должно быть рабыни. Больше я не хочу быть рабыней. А вы теперь не рабыня. Значит... И я человек. И в колхоз тоже можно записаться. Ну, конечно, можно. Я пойду в колхоз. И меня запиши. И меня. Хорошо. Ну, нет. В колхоз не записывают. В колхоз принимают. В колхоз только я могу принять. Не ты, а собрание. Правильно.
Что случилось? Успокойтесь! Тише, товарищи Дейхани! Скажите, я создавал колхоз? Ты, конечно, ты! Так, верно. Председателем кто меня избрал? Разве не вы? Мы избрали! Товарищи, колхоз развалится. Не могу видеть, как гибнет дело, которому я отдал свою жизнь. Из колхоза кое-кто хочет уйти. Вот до чего дошло. Тахыров разваливает колхоз. Он присвоил себе власть. Лезет в председатели, никого не слушает. В колхозе двух председателей быть не может. Должен остаться кто-то один. Решайте сами, я или Тахыров. Тахыров! Народ ценит умного председателя. А какой от тебя прок? Пугаешь всех и только... Раньше ты по-другому работал, а сейчас нос поднял. Кто будет отвечать за эту историю? Я, Хаджом, вот что скажу. Мы Тахырова узнали, и весь народ ему доверяет. Пускай каждый скажет. Правильно говорим. А сейчас, товарищ, надо работать. Чеману пировать некогда, пошли. Сам виноват. Радуйся, ты же этого добивался. Никогда. Врешь, Тахыров. Послушай, я же ведь тебя вижу насквозь. Ты же нарочно настроил Дэгхан против меня. Подожди, да неужели ты на самом деле так думаешь? Думаю! Иначе не может быть! Ты все у меня отнял сейчас. Но я тебя уже предупредил. Не смей трогать Айну, понял? Душу тебе выну за нее, слышишь? Душу! Мы уезжаем отсюда. Собирай вещи, невеста. О, Хаджом Джан, да благословен твой приход. Слушай, я теперь не председатель больше. Я бросил колхоз. Я теперь свободен, Эсэмбай. Давай поговорим. Ты должен сдержать слово. Я пришел за невестой. Не ты победил Тахырова, а он тебя. Теперь он у тебя власть отнял, а скоро отнимет и Айну. Что посоветуешь? Хочешь, чтобы дерево высохло? Корни руби. Это действует хорошо. Вернее, ножа и пулей. Яд. Этот яд должен избавить нас от гибели. Это такое? Что у тебя за дела с Хаджомом? Почему он меня называет своей невестой? Замолчи.
Правильно. Карлега. Проснись. А? Встань, Карлега. Ты выучил урок? Да. Урок ты выучил, да? Ах, урок, урок я давно выучил, Валенсан. Ну, иди к доске. Ох, опять. Мне только сейчас снилась эта проклятая арифметика. Выспался, вот и решай. Тихо, товарищ, тихо. Ну, Карлага, предположим, что у тебя семь, пиши семь. Детей пиши. Нет. У меня никогда не было детей, даже во сне. Тихо, 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 товарищи, тихо. Ну, хорошо. Пусть будет семь дынь. Дыни? Ага. Дыни я люблю. Вверх и вправо. Вверх и вправо, вправо. Довольно, довольно, довольно. А-а-а. Вниз, вниз, а? Вниз, вниз. Ну, стоп, 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 стоп. Перекладь. А, так, маленький. Семерка, семерка. Как хорошо я рисую. Ну, хорошо. Предположим, что у тебя семь дынь. Хан огадал тебе еще две дыни. И Берды дал пять. Сколько будет у тебя всего дынь? Все мне? А, семь. Две. Пять. А? Ну, Карлага, считай, сколько же будет у тебя дынь? Не могу. Ничего не получается. Наверное, из-за того, что мне в жизни ничего не давали. Не привык я. А? На пальцах я и сам могу. Берды. А? А ты знаешь, сколько будет дынь? 14. У него как раз столько детей, так что он не ошибется. Тихо, тихо, товарищи, тише. Правильно, молодец, Берды. Товарищ председатель, хлопок начинает сохнуть. Нельзя ли взять хоть немного воды, а? Возьмете, когда подойдет очередь. Разрешите, товарищ председатель. Нет лишней воды. Как работает? Спасибо. А бригадир где? Да только что здесь была. Ну, как дела? Все в порядке? Нет, товарищ председатель, видите, нуждаемся в поливе. Дайте, пожалуйста, воды на одни сутки. Воды нет. Ведь сохнет же. На 4 часа возьми, больше не могу. Ну, хоть на 8, можно? Бери, что дают, бригадир. Ладно, спасибо. Товарищ Тахыров, беда, беда! Колодец отравили, гибнет скот. Скачи туда, я сейчас. Колодец закрыть. Никого не подпускать до прибытия милиции. Хорошо. А? Что скажете? Здесь был только один человек. А как будто стая волков прошла. Ведь это же вредительство, товарищ Сахыров. Надо постараться найти этого человека. И найдем. Неужели всегда будет так? Будут стрелять в нас, будут травить скот. Будет до тех пор, пока существуют враги. Ходжом. Товарищ Тахыров. Да? Мы нашли следы его коня. Вот следы. Вот туда идут. Отравить колодец. Какой? Наш, колхозный.
Не знаю, кто отравил его. Следы ведут к нашему дому. Какие следы? Что ты опять выдумала? Мелик. Да? Найди Хаджома, быстро. Сейчас. Мерет! Слушаю. Скажи Тахирову, отец думает колхозу помочь. Он добрый, готов отдать отару овец. Он своих односельчан не оставит в беде. Напомни Тахирову, что я тебе не помешал учиться и советовал вступить в комсомол. А дейкханам говори, что я умею разводить хлопок и в хозяйстве понимаю получше Глохаджома. Лжешь. Все это ложь. Что ты сказала? Ты отравил овец. Я? Да. Я? Ты Хаджома не видел? Нет, не видел. Отец, нам надо бежать скорей. Плотина заминирована. Тахиров напал на наш след. Послал за милицией. Хаджом! Хаджом, Эсенбай собирается бежать в горы! Отец, скорей! Иду. Эле, да брось ты эти вещи. А, годами наживали, а теперь все им оставить. Эй, Алаярхан за все заплатит. А, скорей. Ай. Эсенбай заминировал плотину. Он бежит в горы. Скачи на заставу, надо предупредить. А Хаджом где? Хаджом с ними. С ними? Да. Ты отравил скот? Нет, мне ни к чему. Кто же это мог сделать? Некому, кроме тебя. Кроме меня? Да. Я отравил колодец. Я! А тебя расстреляют. Старик, за что ты меня погубил? Что ты, я тебя решил спасти. Где моя невеста? Ждет нас в камышах. А? Едем. Айна где? Где моя невеста? Ты должен забыть Айну. Забыть? Почему, а? Ее нет. Проклятый убийца! К начальнику! Что с тобой? Он отравил овец. Я знаю. Он убегает с басмачами. Ты сама можешь идти. Могу. Пошли. О.
Я должен быть на плотине. Иди пока в школу. Квали. Мы заложили мину в плотину. А когда взрыв? 4 часа плотина взлетит на воздух. Тогда надо быстрее уходить. На коней, живо! Скот собрать! Что ты, я тебя решил спасти. Где моя невеста? Ждет нас в камышах. На, едем! Айна где? Где моя невеста? Ты должен забыть Айну. Забыть? Почему, а? Ее нет. Проклятый убийца! К начальнику! Что с тобой? Он отравил овец. Я знаю. Он убегает с басмачами. Ты сама можешь идти. Могу. Пошли. Я должен быть на плотине. Иди пока в школу. Квали. Заложили мину в плотину. А когда взрыв? 4 часа плотина взлетит на воздух. Тогда надо быстрее уходить. На коней, живо! Скот собрать! Никого.
очень хочу быть такой, как вы. Хочу отдать все свои силы, всю свою жизнь за счастье моего народа.